Привет, друзья! Сегодня праздник День всех влюбленных. Хочу взять такие вкусняшечки. Приветствую всех на нашем канале. Привет, привет всем! С праздником! День влюбленных! Пусть все, кого вы любите, кто вас любит, будут счастливы, здоровы. Всего-всего самого лучшего. Так вот нас сегодня папа поздравил с Днем влюбленных. Все, уже обналичили эту поздравительную карточку. Сейчас посмотрим, что здесь. Вот такое вот в Канаде очень популярное. Чисто канадско-американская еда, да? Фастфуд, да. Вот этот фастфуд, он у них очень популярный. Разные, здесь разные компании, ну, практически вот в одно и то же... Расскажи, что здесь. Это одно и то же меню. Картошка фри, это грудка. Кстати, в Канаде, вот на работе коллеги всегда, они прямо, у них война. У кого будет грудка, у кого будет четвертинка. То есть, если мы любим вот эту четвертинку ноги, то они здесь очень любят грудку. Грудка, салат, соус. Такая вот хлеб, может, булочка, да, картошка фри и курица. Это что ни на есть традиционное, но еще путин есть с сыром и соусом таким же политый. Но вот это вот еда, которую здесь едят все. И компании разных. То есть это вот одна из компаний. Бенико. Ну что, с праздником влюбленных? А, да, с праздником влюбленных. Будем влюбляться в эту будем. Все, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, обязательно жмякайте колокольчики. Все, пока-пока.